Понятие «терроризм» давно не нуждается в переводе. И на любом языке звучит одинаково трагично. Во всем мире его синонимами стали слова «боль», «отчаяние» и «смерть». 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. К массовым митингам присоединился и городской округ Люберцы. Память погибших от рук террористов люберчане почтили молитвой. Участниками митинга стали воспитанники 47-й и православной школ. С такой же линейки 15 лет назад начались события, потрясшие страну. В сентябре 2004 года террористы захватили в заложники более 1000 человек в Беслане. Это коллектив школы номер один, ее ученики и их родители. Трагедия унесла жизни более 300 человек. В эти дни мы вспоминаем всех безвинно ушедших. Мы говорим слова спасибо и благодарности нашим спецслужбам, бойцам спецслужб, которые ценой своей жизни защищали и защищают нас от подобных проявлений. Спустя год после трагедии в Беслане 3 сентября стало днем, когда страна отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день юным участникам траурного митинга напомнили о ценности человеческой жизни. Ценность жизни человеческой очень уменьшилась. Детям насаждается через какие-то сайты враждебные, да, насаждается то, что жизнь вообще ничего не стоит, что ее очень легко потерять, что это даже интересно. Нам хотелось даже не на скорбь сделать акцент, а именно скорбь, но дар жизни и дар вечности, который может получить человек, если он к этому дару жизни будет относиться очень ответственно. Память о погибших от рук террористов во дворе школы номер 47 прошла лития. Митинг завершился возложением цветов. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.